Доброе утро, друзья, вы на Гамма Раша, меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит, приходите ко мне в гости, рисуйте со мной на YouTube-канале, конечно же, и я есть в Instagram, сегодня мы рисуем только смайликов и рисуем кружочек, и влюбленного смайлика, будем рисовать утолщенными фломастерами, Гамма называется Малыш 12 цветов, супер подборка, потому что яркие, сочные, толстые, это я их называю маркерами, прям никак они не отличаются от маркеров, мне нравится очень. Рисуем кружок. А смайлик будет грустный, я предупреждаю, так что не плакать в конце рисования. Кружок рисуем, и если не получился кружок, ну, немножко неровный, да, немножко подправить можно тут же, вот так вот раз и подправил, и более круглый становится. Раз, 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 еще не круглый, недостаточно круглый, подправь еще, вот так раз, 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 раз. Что у смайлика будет самое главное? Это, конечно же, глаза. Два больших глаза рисуем так посередине, два кружочка. Раз, 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 раз. Хоп, рисовали. Следующий рисунок, что следующим рисуем? Закроем и нарисуем сразу голубым его слезы. Это демон. А можно скетч-маркерами? А тонкими можно? Тонкими тоже. Тонкими буду рисовать обязательно. Сейчас рисую слезы, ребят. Бывает такое, вот влюбился или от любви плачет человек, да? Смайлик тоже такое можно делать, потому что мы придумываем смайлики, мы люди, мы разумные люди, придумываем смайлики. И это наша, не знаю, цель, ну не цель нашей жизни, но часто настолько, что другого-то мы и не делаем. Многие только и делают, что друг другу смайлики шлют, а вот такой грустный смайлик у меня получился. Он плачет. Может быть, он грустит, потому что он расстался с каким-то приятным животным. Может быть, животное поехало в лагерь отдыхать, потому что лето же. Теперь желтым закрашиваем весь смайлик. Стараемся закрасить, не заходить за края. Ну, в принципе, я так стараюсь. И у меня легко получается, потому что сам наш фломастер, он толстый. У него такое перо, очень толстенькое. Его легко очень им закрашивать. Прям супер получается. Так раз, 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 раз. И довольно плотно. И нету пробелов среди рисования, получим между штришками. Получается здорово. Вот такой у нас смайлик. Что еще я возьму? Возьму оранжевый цвет и его добавлю. Он такой, может, печальный, но все-таки раньше он был солнышком. Раньше он улыбался. Так, а можно... мороженое не досталось. Может быть, да, мороженое сейчас нынче дорожает. И оно, может, растает, так жарко было. Вот такой смайлик, немножко желтого и немножко оранжевого. Побольше желтого и немножко оранжевого все-таки добавляем. Немножко можно щечки сделать оранжевые такие у него. Он, может быть, чуть-чуть возбужден или немножко опечален чем-то. И оранжевые такие вот в рисовании рисуем. Много оранжевого прям закрашивать не надо. Не старайтесь сделать его оранжевым. Печальный, да, ну не оранжевый. А, теперь ротик. Ротик такой, я такой печальный парень. А что у него есть? У него есть еще такие печальные бровки. Как раз получится какие-то печальных смайликов рисовать, печальные бровки. А все остальное черным, да, работаем черным. Мне нравится черным тоже. Берем черный и рисуем глаза уже здесь. Но мы же хотели сказать, что он влюблен. Давайте не забудем это и нарисуем большие сердечки в его глазах. И маленькие сердечки, большое сердечко и маленькое сердечко. И будет у нас влюбленный смайлик все-таки. Он не будет такой супер грустный, потому что он может печальный, но все-таки тот такой. Мне кажется, это хорошо. Это хорошо, когда мы можем выражать свои чувства. У нас еще синий цвет, чуть синего. Добавим синего, так как ведем наши слезки нашего смайлика синеньким. И я думаю, вот такой смайлик готов. Хоп-хоп-хоп. Присылайте свои сторис. Я смотрю, у меня сейчас 2 сторис. Всего лишь 2 сторис. Обычно их 100 бывает, уже 4. Я рад, что 4 есть. Сейчас буду добавлять ваши сторис. Есть еще серый цвет. Сюда вот серого чуть-чуть добавить. Так, раз-раз-раз. Тень. И все, смайлик суперский. Плачет. Поможем следующий нашему смайлику. Следующий смайлик будет супер веселый. Пицца смайлик или влюбленный. Нет, влюбленный уже рисовали. Сейчас буду рисовать яркий цвет, яркий солнышко. Нет, яркая собачка смайлика. Да, точно, я хочу собачку нарисовать.
или просто влюбленный смайлик. Может быть, просто влюбленный смайлик. Сейчас ставлю на паузу. Рисуй дальше, смайликов будет много. Если ты на Ютубе, то появится их много сразу. А если ты здесь, сейчас, в субботу, то рисуй со мной сейчас.